какие вы нарядные. Добрый вечер. Это программа «Давай поженимся» и я, Лариса Гузеева. Привет, коллеги. У нас сегодня невеста старая знакомая. Это та, которую судьба обделила зрением, но наградила золотым сердцем. И за это сердце сегодня пришли бороться самарский филолог Игорь, московский дворник Леонид и программист из Печоры Павел. Маша, проходите, давайте будем знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я искренне надеюсь, что сегодняшний вечер кардинально изменит мою жизнь. А поддержать меня пришла подруга Юлиана. Проходите. Мария, 27 лет. Бывший муж упрекал ее в бесплодии. После развода Мария забеременела, но уже от другого мужчины. Мария – учитель-дефектолог в школе-интернате. Раньше занималась паралимпийским спортом, сейчас играет в шахматы и увлекается спортивным туризмом. Предупреждает, что у нее с рождения плохое зрение. Мария признается, что особое внимание уделяет интонации собеседника и легко может обидеться. Выйдет замуж за внимательного и верного джентльмена с чувством юмора и харизмой. Привет, девчонки, еще Здрасте. Раз. Вот как все-таки важно найти свой цвет волос. Как идет подруге быть рыжей, как не идет вам. А давно блондинка, Маш? Ну, вообще, я много лет блондинка. Я иногда, бывает, по воле души перекрашиваюсь, но потом возвращаюсь в блонд. Не надо. Вот этот цвет совершенно дивный к вашему цвету кожи. Посмотри, просто алебастровая. Я еще на прошлой программе отметила, да, редкий вот такой цвет кожи просто сияет. Спасибо. Да? А какие впечатления о прошлой программе, когда были у нас? Обидно, что жених вас не выбрал? Ну нет, наверное, он сделал правильный выбор. Я думаю, что у нас вряд ли бы что-то сложилось. Все-таки не совсем мой типаж. А они очень хорошо друг другу подходят. Ну и потом как-то вы были не на своем месте. Все-таки вы из тех девушек, которые сами должны выбирать, правда? Ну да, это тоже. У вас уже такая бурная жизнь за плечами. Вам всего-то 27 лет, а уже два раза замужем успели побывать? Нет, замужем я была официально один раз. Второй раз я все-таки... Ну, избежала можно этого. Сказать, да. Расскажите, первый раз замуж выходили по любви? Ну, мне казалось тогда, что да. А некоторые события разрушили. Ну, события таковы. Вы не могли забеременеть от него, а он хотел ребенка. Он хотел ребенка. А долго старался-то он этого ребенка сделать? Ну, вообще-то не очень долго. Сколько по времени? Ну, наверное, с год примерно, я думаю. Послушайте, вот. Ну сумасшедшие мужчины. Некоторые люди по 25 лет живут, делают все, если любят женщину, для того, чтобы она забеременела. И лечится, и проявляют такое терпение. Как этот минимум за год... проверяются. Нет, ну конечно. А этот за год вдруг решил, да? Он считал, что должно быть все и сразу, то есть захотел, сразу забеременел. Маш, а вы ему не задавали встречный вопрос? Милый, а может быть проблемы в тебе, а не во мне? Он говорил, что у меня все великолепно, я а точно говорил, знаю. А что говорил, справку нужно, говорил? Ну, на самом деле, не это повлияло на меня, на мое решение. А что? Он начал выпивать, и как раз-таки... В пьяном состоянии он вот как раз меня упрекал. А когда был трезвый, адекватный человек, он... таких разговоров у нас не было. Леонид у меня не пьет, не курит, без вредных привычек. Такое ощущение, что вы прям прожили с ним бурную 20-летнюю жизнь. Ну, мы с ним встречались до свадьбы несколько лет. Как бы у нас... Но до свадьбы, конечно, таких разговоров не было. Мы, в принципе... А развелись легко? Нет, очень сложно, очень долго. Просил прощения, наверное, просил, да? Просил прощения, говорил, что исправится, но пытался он исправиться несколько раз, поэтому... Ну и, наверное, вы уже не любили, согласитесь? Ну да, я подумала, что это... А вот второй мужчина появился в вашей жизни. А быстро? Тут совсем другие чувства были. Ну, сразу появился? Нет, он меня, в общем-то, некоторое время добивался, но причем, я бы сказала, что не очень долго, потому что он вот окутал меня своим вниманием. А где вниманием. Вы с ним познакомились? А мы познакомились в общей компании, причем сначала он понравился больше моей подруге.
Вам? Понравился, да. Ну как, ну не то, что понравился, ну просто мой типаж мужчины, то есть, ну мне такие мальчики нравятся. Но потом я увидела его заинтересованность в Марии и, собственно, не особо расстроилась. И как бы, и не расстроились? Уже... Пока ничего не было, чушь расстраиваться. Нет, ну там же ничего не было. Просто, Юлия, скажите, ну вообще вот подругу-красавицу иметь... Подругу-красавицу иметь, ну это хорошо. Ну подругу, ничего не волнительно, наоборот, хорошо. Правда? А зачем как-то самоутверждаться за счет подруги, не красавицы, не умницы? Ну когда красавица, тоже так немножечко нервно. Не нервно, а наоборот, как бы есть на что равняться. Есть соревновательные даже какие-то моменты, может быть, и все хорошо. У вас все хорошо в личной жизни? У меня, ну так, относительно. Ну вот относительно, смотрите. Потому что Маша у нас такая кокетка. Ну, красотка. Я чужих мужчин не увожу. Да? Ну, хорошо. Тогда никто ничем никому не был обязан. Ну, тогда у вас да. очень быстро случилась любовь, вы съехались. Ну, вообще, мы встречались, ну, я не знаю, это мы где-то около полугода, все было замечательно, очень феерично, очень красиво. Ну, действительно были чувства впервые в жизни вот такие. Ну, как они резко начались, так и... А вы забеременели через сколько? Ну, как раз через полгода, как раз когда пошли угасание чувств. Ну, причем с его стороны, как бы я как раз переживала по этому поводу. А как вы думаете, чего не хватило, каких дров вы не подбросили в костер в свой? Я очень много причин в себе искала очень долго, так как с его стороны начались упреки, что я не так одеваюсь, не так говорю, не те книги читаю, не с теми друзьями в машинах общаюсь, не разбираюсь, в машинах да? не разбираюсь, да. Я начала заниматься самокритикой, но потом позже выяснилось, что дело даже не столько во мне, сколько в незаконченных его предыдущих отношениях. Вот даже как. Ну, в общем, да. Ага, поэтому были таким раздражителем. А ну, когда да. вы ему сообщили, что у вас будет ребенок? Он сказал, что я подумаю, но потом очень вскоре, в общем-то, принял решение меня к себе перевести, начать совместную жизнь и настаивать на свадьбе. Не, ну как можно сказать «подумаю»? Вот я не могу понять. Это все-таки не котенок, да? Ну да, подумаю. Это серьезно все. Причем, когда я говорил, может, не будем спешить, у нас... Некий разлад получился, может быть, мы посмотрим, уживемся мы или нет. Это вы, будучи беременной, да. его уговаривали присмотреться, ох, да? Ох, смелая. Молодец. Он говорил, ну ничего страшного, ребенок, если есть ребенок, нужно расписаться. Не уживемся, через 2 года разведемся, но расписаться нужно. Конечно, да, порядочно, чтобы ребенок родился. А его родители как вас приняли? Нет, они очень хорошо отнеслись, помогали, поддерживали. Я ничего в их сторону не могу сказать, они... Спасибо им большое, они mm-hmm. поддерживали. Но я не согласилась на второй брак, потому что у меня за плечами был один развод, и к 30 годам я не хотела быть с 2 разводами. Детка, один ни к чему не обязывал, там не было детей. А здесь вы носили общего ребенка. Ну, понимаете, я... Почему так опрометчиво? Я каждый день, находясь с ним, я чувствовала, что... Я уже тогда знала, что в его жизни снова постучались предыдущие отношения. И когда он уходил... Оставлял меня дома беременную одну, уходил к друзьям пиво пить. Я знала, что он уходил не друзьям пиво пить. Поэтому как я могла сидеть и ждать, пока он придет? Он же может вернуться, снова добиваться ее. Ты же какие расстройства будут, или он не тебе. Не боишься на это пойти? А когда ребенок родился, кто встречал вас из роддома? Он? Нет. То есть к тому времени, когда вы родили, он уже окончательно был в других отношениях, да? Да, он то в других отношениях, то нет. У него там очень часто все меняется, но... В любом случае, как бы он даже не поинтересовался, когда нас выписывают. То есть приехал спустя 1.5 месяца, то есть как ребенку было 1.5 месяца, по-моему, приехал первый раз посмотреть на ребенка. У ребенка прочерк в свидетельстве или он... Нет, прочерк. Он не предложил, а я не стала настаивать. Как-то. А почему? Ведь это же не только ваша жизнь... Маш, но это и жизнь вашей... У вас девочка, да, по-моему? Да, дочка. Мы с ним по этому поводу разговаривали, он сказал, что... Если хочешь, подавай в суд. В суде я отказываться не буду, а так сам в ЗАГС не пойду. Интересно, она бы сама хотела второго ребенка? Мы потом спросим. Скажите, а доля вашей вины в том, что вот так получилось, есть? Ну, конечно, как считаете? Я думаю, что потому что женщина беременная неадекватна. Гормон вас разрывает, поэтому да, в это время вам нужно просто как-то вот научиться прикусывать язык и разбираться уже после. А вы знаете, я на самом деле очень в редких ситуациях молчу, но в данных отношениях я очень многое прощала, закрывала глаза, часто молчала, когда нужно, ну, когда нужно было молчать. Наверное, дорожила отношениями, поэтому я всячески старалась сохранить их.
Но когда я видела, что это уже совершенно бесполезно и ни к чему хорошему не приведет, и... А может быть, вам было так хорошо от той мысли, что вы не бесплодная, что вы забеременели, у вас будет ребенок, вы переключились на это, на ребенка, и вам, в принципе, было все равно, кто будет рядом. Нет, может, сколько угодно говорить, что вы остались не в накладе, вы уже никогда не будете одна. Да, в ребенок это на всю не жизнь. Жалею ни о чем. Женщине в 27 лет или там в 40 лет легче выйти замуж, имея ребенка, чем пустышкой без всего. Мужчин гораздо пугает женщины в возрасте. Без прошлого, сколько угодно, но это большая глупость, то, что вы не послушали, вы не расписались, что ребенок родился вне брака. Я тут по головке вас не поглажу, не скажу, что молодец, гордо, это глупость. Мне странно, что родители ваши не как-то... Ну, одно дело ситуацию вот так судить, как бы, а другое дело быть погруженной в нее. Мне было... Вот когда уже я переехала, когда я находилась у него дома, мне было морально очень тяжело, он меня не поддерживал, он меня постоянно упрекал. Постоянно... Чем упрекал? Упрекал, что я не так прошла, не то сделала, не так сказала, не тот телеканал включила, смотрю не то, читаю книжки не те, что одеваюсь не так, я не знаю, там, сережки мне не такие... Как неужели потом выяснилось, он степени? Меня сравнивал вот со своей девушкой, которая вот в предыдущих отношениях. Вот прямо до такой степени? Да, он меня сравнивал, и я... А откуда вы узнали про ту девушку, про предыдущие отношения? Вам кто-то сказал, вы увидели? Может быть, это домыслы ваши? Нет, это были изначально мои домыслы, но он мне потом сам рассказал. Как бы все достаточно подробно. И, собственно говоря, вот эта как раз девушка послужила причиной... разлада наших отношений еще до беременности. Маша, вам в своем характере все нравится? Нет. Что не нравится? Ну, я очень обидчивая, но в то же время отходчивая очень. Я излишне эмоциональная. А контролировать себя пробовали? Нет, ну я, конечно, где-то контролирую себя. То есть можете себя в руках держать, не на все обижаться, мои эмоции тоже иногда сдерживать. Все-таки вы уже мама. Ну, конечно, сдерживаю эмоции. Просто вот в следующих получается. Отношениях, как вы считаете, можете с мужчиной найти общий язык? Есть у вас вот та настоящая женщина, которая должна и может подстраиваться под мужчину? Если я уже испытала вот это на себе, то есть сейчас могу точно сказать, что если у меня есть чувство к мужчине, то я могу и подстроиться, и сделать так, как он хочет. То есть... Потому что в этом нет ничего плохого, на самом Абсолютно деле, понимаете? Нет, я согласна. Можно это назвать договориться с мужчиной, можно это назвать подстроилась под него. Но такая жизнь, так нужно. Мужчина это оценит, поверьте. Если вы будете топать ножкой, опять доказывать что-то, капризничать, боюсь, что в следующих отношениях ничего хорошего не получится. Мы будем понимать друг друга, как бы, ну, с полуслова. Маш, все не так. Вы просто ему вымотали нервы, будучи беременной. Потому что тогда, когда он к вам был повернут лицом, просил вас выйти замуж, он говорил вам вполне логичные вещи. Давай распишемся, раз ты беременная. Ну, поживем года два. Ну, не понравится, разведешься. Зато у ребенка будет отец. Вы что-то фыркали, его отговаривали, все. Так что все в ваших руках. Вы, Маша, сильная, вы красивая, вы яркая, вам 27 лет. Немножко, конечно, с собой поработать, потому что характер, видать, сложный. Вы такая вредина, конфетина, но что-то нужно уже делать с собой. Поэтому сейчас будут женихи приходить бороться немножко, да, немножко и к ним подайтесь вперед. Паш, смотри, вот она тебя выберет, да? Она живет в Самаре, ты в Печоре. Ну, как, наверное, ездить или как ты дальше собираешься? Отношения с ней все равно надо будет поддерживать. Как ты собираешься? Я готов переехать даже в другой город, ну, ради, ну, вот, нее. Близость Солнца и Нептуна в вашей карте мне говорит впрямую, что человек вы мечтательный. И я боюсь, что эта мечтательность и идеализм вам, в общем, в отношениях могут подпортить дело. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь к следующему своему избраннику подойти без завышенной самооценки, без завышенных ожиданий к нему, без неадекватных ожиданий. Не мечтайте себе изначально, не представляйте себе тот образ, который нужен, решите сразу, нужен какой, несколько черт отберите и, собственно, по этим чертам выбирайте. Потому что если будете мечтать, никогда не найдете принца, который полностью бы соответствовал. Я боюсь, что здесь нам Нептун сыграет злую шутку. Я могу сказать, что я с тревогой ваше появление в студии воспринимаю, потому что следующий ваш роман не обещает быть легким. Но я понимаю, что в любом случае, удастся он, не удастся, вам нужно через него пройти. Может быть, научитесь чему-то.
Может быть, через какие-то взаимные трения с мужчиной все-таки эти отношения сохраните. Поэтому чего время зря терять? Надо начинать знакомиться. Да, конечно. Поэтому уже через несколько минут наша невеста познакомится с первым женихом. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Мария. Встречайте первого жениха. Похоже на испанскую актрису Сабрину Гарсиа Рену, но я вижу и чувствую у вас аж особый шарм. Давайте знакомиться. Давайте. Спасибо. Давайте, проходите. Игорь, 27 лет. По образованию филолог, работает веб-дизайнером, пишет стихи, смотрит артхаусные фильмы. Путешествует автостопом, мечтает побывать в Испании и прожить всю жизнь в гражданском браке. Будущая свекровь Игоря прибегла к черной магии, чтобы разлучить его с возлюбленной. Надеется, что для родителей Марии он станет любимым зятем. Игорь, почему это вы против официального брака? Я считаю, что гражданский брак, он более крепок, потому что как только ты включаешь регистрацию юридическую, ставишь штамп, то просыпается чувство собственничества. Ой, какие мужчины, браке... на что только не идут, на что какие только придумки не идут, и на какие только свои теории не выдвигать. Так может быть, ваша бывшая потенциальная теща потому и была против вас, что вы морочили голову ее несовершеннолетней девочке, а жениться не собирались? Нет, я бы так не говорил. Во-первых, у нас все началось все прекрасно. Мы познакомились по интернету, она лежала в больнице, и мы целый месяц переписывались с ней по интернету. Ну и не хотелось первую романтическую встречу устраивать в больнице, поэтому я дождался, когда она выпишется. Мы встретились, и спустя пару месяцев она первая пошла на встречу, она призналась мне в любви. Я не заставил себя долго ждать и ответил ей взаимностью. У нас были прекрасные отношения, мы встречались, гуляли, все очень красиво, романтично. И потом уже, когда к лету ближе, началась сессия, девушке нужно было сдавать экзамены, и я вот ее отвлекал, по мнению ее мамы. Взаимосвязь между личной жизнью и учебой – это не всегда одно мешает другому. Иногда можно вполне совмещать эти две вещи. Но это не мешало никак учиться и заготовиться к сдаче диплома. А как вы вдруг решили, что она на вас наводит порчу? Моя девушка обнаружила у мамы в сумке куклу Вуду, какие-то заклинания. Ну, естественно, она выбросила все. А как вы считаете, что вы такого натворили? В чем ваша вина? Ну, может быть... Потому что если вы были хорошим парнем, учились, получали образование, встречались с их девочкой, что не нравилось родителям в вас? Ну, может быть, вы спешили слишком ее приобщить к взрослой жизни? Да ну нет, просто у родителей свои идеалы, свои ценности. Ну, чего у вас не хватало? Вы были нищие, с плохой семьей, не знаю, курили, да пили, матерились. А что тогда? Видимо, приоритетнее было, по их мнению, образование. И вот и все косяки, которые она устраивала по учебе, они все ложились Игорь, на меня, что правы. Я во всем виноват. Но они правы. Наверное, они говорили сначала учеба, а мальчики потом, мальчики от тебя никуда не денутся. Но все родители, стереотипы, куда их дети? Все родители так говорят своим дочерям. А вы что-то предлагали? Там, пожить вместе? Ну, какие были предложения? Пожить вместе до этого не дошло. Мы встречались и у меня, и у нее. И потом уже, когда я переехал из Уфы в Самару на постоянное место жительства, мы стали встречаться реже. И ее устраивал вариант, когда я приезжал на несколько дней, и мы снимали квартиру, и приглашали друзей, устраивали какие-то вечеринки. Но потом в какой-то момент я сказал, что у меня финансовые проблемы. И около 2 месяцев я не мог приезжать к ней. И под Новый год уже я ни с того ни с сего, я не знаю почему, вдруг залез на сайт знакомств, запросил ее параметры, вылезла ее анкета. Ну, тут я уже, в принципе, все понял, к чему все шло. Тем более... И к чему все шло? Ну... У нее появился другой парень? Да, причем он появился... Ему было на тот момент лет 15-16, насколько я узнал. Да. Вот. Ну там, знаете, в интернете Игоречек, пишут. Вот смотрите, дело не в этом. Вот смотрите, она была совсем ребенок, 17 лет. А вы ее стали втягивать во взрослые отношения.
не все молодые да ранние, она не созрела, поэтому вполне естественно и логично, что у нее появилась ровня. 15-16-летние парни, с ними ей было не страшно. А вы уже сразу сняли квартиру у друзей где-то. Это и понятно, потому что вам к тому времени было 21, у вас, как говорят мамы, одно на уме, естественно, ну вот такая вот ерунда и получилась. Марина, если все у них опять сложится нормально, ты в жизнь будешь вмешиваться советами там? Помощью личной? Нет, с советами я вмешиваться не буду. Я хочу вернуться к нашей невесте. Мария, ваша ровесница, у Марии дочь. Вы понимаете, что вам нужно будет не просто двойную ответственность взять, а тройную, потому что я нужно понимаю. Марии больше внимания, да, да. И дочери. Я понимаю, тем более она сказала, что не исключен и второй ребенок. Во-первых, Маша, я хотел сказать, что вы мне очень понравились своей открытостью, чистотой, и я признаюсь честно, я не раз пересматривал эфир январский. Меня тронул тот сюрприз, который вы сделали молодому человеку из Красноярска. А напомните, что там было? С лепестками роз там было под музыку. Я читала стихотворение под музыку, да. Про разнообразные органы чувств. Вот. Да. Да, ну и признаться честно, я нашел вас в социальных сетях, нашел, как выглядит ваша дочка, у вас замечательная дочка. Какой молодец, смотри, как подготовился. Вика, ты думаешь, она понравился? Мне кажется, не ее типаж все-таки. А что вы можете предложить такой красавице? В плане приданого вы имеете в виду? Ну да, куда приведете. Нет, почему? В плане, например, своих усилий. У меня есть дом, у меня есть прекрасно. Автономная, он оснащен автономной солнечной электростанцией. То есть у меня практически... Здрасте, сегодня весь мир переходит на солнечные батареи. А и солнца нет. Это круто. Без электричества. Если у вас еще есть скважина своя. Сегодня вот эта эко-жизнь, весь мир на этом зациклен. Да. И что теперь? Ну и ничего можно продавать не... даже и обратно, продавать. Нет, просто если что, включается свой собственный генератор, да, и семья существует без внешних источников энергии. А вообще-то электричество-то есть обычное? Есть, конечно. Практически весь дом, половина дома на данный момент уже на автономном. Игорёчек, много вопросов отпадает, потому что вы подготовились. Вы, может быть, второй или третий жених за все это время, когда адресно приходит бороться за невесту, все о ней знает, поэтому я думаю, вам должно быть это Марии лестно. Конечно. А вот вы говорите, что вам сейчас 27 лет. А те отношения были у вас, ну, в 20-21 год. А вот в период 21-27 у вас были еще отношения? Ну, конечно, у меня были девушки, не одна. И я ударялся вообще в большой разгуляй. Но потом, и не скрою, сейчас у меня есть девушки, но как бы это ничего серьезного нету. Спасибо за откровение. Да. А то приходят все, говорят, была одна все-таки... в детском саду. Да. А возникает еще один вопрос. Если вы категорически, ну, ты против штампа в паспорте и говоришь о том, что у тебя и сейчас есть девушки, может быть, именно поэтому ты против штампа в паспорте, чтобы нет, как-то не ограничивать нет. себя? Это совершенно разные вещи. Девушки, они у любого мужчины должны быть. Нет. Вообще слово «моногамность» вам знакомо? Да, оно знакомо, принимаете? Да. Сегодня он никому не обязан, а руки надо беречь. Нет, я имею в виду в перспективе, Лариса, естественно. Я опускался во все тяжкие именно потому, что вот со мной так обошлись, и у меня, видимо, какие-то комплексы. А все-таки штамп-то вы поставите или нет? Ну, если на этом будут настаивать... Да, мы будем настаивать. Вы будете, я женюсь на вас, Роза. Если он против официального брака. Ну, а сюда приходит пожениться, то есть выбирает пару. То есть... Только для гражданского брака? Как-то это глупо, наверное. Ну, конечно, мы все ждем предложения руки и сердца. Ну, по-другому нельзя. Ну, не нами это задумано, правда? Женщине нужны какие-то гарантии. Можно сейчас 40 минут еще рассказывать, что никого еще штамп в жизни не уберег. А вот там Марь Степан с Петром Ильичем живут уже 82 года и без штампа в паспорте. Это все-таки случай единичный, поэтому давайте лучше как уже задумано. Хорошо? Если у вас все сложится... А сюрприз-то приготовили? Да, я приготовил песню специально для тебя, собственного сочинения. Набегает под вечер осенняя грусть. Я узнаю тебя вдалеке наизусть.
Даже если я снова останусь один, все сжигает в дыму никотин. Наша общая память легка и светла, но мосты между нами сгорели дотла. Я сжимаю в ладонях при свете ночном твои письма и фотоальбом. Я люблю и помню слезы и слова. Ты в фотоальбоме, руки в рукава. Я люблю и помню, ты моя печаль. Все исчезнет, кроме дней, которых жаль. Спасибо, спасибо. Ой. Ой, отстрелялся. Видно было, что волновался, видно было, что готовился, потому что вот как ему рассказали, куда выйти, когда, после чего, ни разу не сбился. Видать, так он себе дал вот такую задачу, ни разу не лохануться ни в одном месте. Прямо отработал, сюрприз показал, в комнату ушел. На самом деле, знаешь, сидишь как на электрическом стуле, под трибуналом. Ну. И вот сидишь и ждешь, думаешь, сейчас вот тебя расстреляют, сейчас тебя расстреляют. А гороскоп выдает в Игоре человека чувствительного, тонкой душевной организации и действительно жертвенного. И такие мужчины не приходят к женщине только для того, чтобы с ней просто повстречаться. Поэтому я могу его рекомендовать только с самой лучшей стороны. Но меня действительно настораживает тот факт, что он против брака. Мужчина обычно, если говорит что-то, переубедить его крайне сложно. И закоренелые холостяки – это те мужчины, которые сразу говорят: «Никогда не женюсь». Женщины потом тщетно их пытаются перевоспитать, ничего не получается. Ну, значит, если им будет хорошо вдвоем без брака, то ничего может быть страшного и пусть нет. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Второй жених готовится к свиданию с нашей невестой, а пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Мария. Встречайте второго жениха. Привет, Маша. Меня зовут Леня. Мне 25 лет. Надеюсь, поможешь мне раскрыться. Очень приятно. Спасибо. Проходите. Леонид, 25 лет. Оператор на компьютере, подрабатывает дворником, слушает рок и рэп, играет в компьютерные игры, мечтает научиться водить машину, съездить на море и сменить профессию. Гордится тесной связью с мамой. Леонид был влюблен в девушку-инвалида, но она оказалась меркантильной особой и отвергла его. Надеется, что Мария ответит ему взаимностью. Леонид, а какая инвалидность была у вашей девушки? Инвалид по слуху. По слуху? Угу. А вы хотите поменять работу? Хочу, конечно. А чем хочется заниматься? Хотел бы оператором ИВМ устроиться по специальности. Угу. Получится, как думаете, уже работаете в этом направлении? Ну, вообще-то, пробовал устроиться. По интернету вся работа на конкурсной основе. Угу. Оставлял резюме, никакого толку не было. Да? А вы вообще... Приходил много раз, угу. Ничего не получалось. А вот от того, как вы ответите, и что вы ответите на мой вопрос, как бы следующие вопросы могут отпасть, либо наоборот умножиться. Сколько времени в сутки вы проводите у компьютера? Постоянно. Марина, это же очень плохо, что постоянно. Ты мне не говорила, что он постоянно. А у Маши ребенок. А Маше тоже нужно будет уделять внимание. Буду уделять. Будете уделять. Вот давайте про девушку вашу, которая была. Вы с ней познакомились, и она работала в библиотеке, да? Она подрабатывала библиотекарем. Угу. Вы прямо влюбились? Да, было дело, конечно. Угу.
И вы, мне кажется, поспешили, ну, стать с ней в более близких отношениях. Она сказала только после... Учебы. Только после учебы. В институте. А учиться нужно было ей еще 3 года. Да. А вы бы за эти 3 года рядом с ней бы умерли. От разрыва... Сердца. Сердца. Да? И вы даже попросили маму свою поговорить с ней, чтобы мама повлияла. Да. Типа, Леньку-то пожалей. Угу. Да? Да. И мама не повлияла никак? Нет, не повлияла. Они же целовались, она его дразнила, ты понимаешь? А не допускала к телу, да? А к телу не допускала. Ленечка, и вот вы с мамочкой такие хитренькие думаете, что это вы будете 3 года аж ждать. С ума ж можно сойти? И да. Вы ее пригласили на дачу. Пригласили. Теперь расскажите, что там было на даче? На даче яблони есть. Лес рядом есть. И груши. Ну, там... своя вода тоже есть. То есть полная красота. Да. Полная красота. И думали, вот сейчас девушка-то и скажет, ой, я в такой красоте, конечно. В смородине-то прям в кустах там и отдамся. А она вдруг стала вредничать. И что? Говорит. Она сказала, что хочет дачу с коттеджем. Дом с коттедж хочет? Да. Ты смотри-ка. И чтобы ее возили на машине. Ну ничего себе, запросы какие вообще. И она прям вам сказала, что бросила вас и нашла другого? Побогаче? Она сказала, что не уверена в себе. А вот мама. Можно, конечно, мамочка, проходите. Вот мама. И не хочет от нас, и не так и сказала. Так, ну мамочка, мама какая смелая, у меня как подруга. Как вас зовут? Марина Борисовна. Вообще... Марина Борисовна, ну что ж это такое? Ну, может быть, стоило как-то ей на ушко шепнуть что-то, сказать. По-женски сказать. Ну, пыталась я, как бы, она все время говорила, чувства у нее не проснулись. 2,5 года они встречались, любили очень сильно, как говорится, это. Он терпел, как говорится, ждал, как говорится, вот это вот, надеялся на любовь. Так, может быть, надо было действительно сказать, выходи за меня замуж, может быть, она... Будет. Уже все я ее уговаривала, она говорила, только после института. А потом она уже когда сказала, что во второй она собирается поступать в институт, я поняла... Все стало ясно. Что она просто культурный дает отвод. Маринка, защищай своего сына, Марина, давай. Мариночка... А не боитесь сейчас, вот, что Мария придет к вам с ребеночком-то? Поможете? Нет, я помогу ей. Поможете? А у вас квартира большая? 3-комнатная. Леня, а вы хотите ребеночка еще? Хотел бы. А за женихом что даем? Ну, квартира что даем? Квартира и дача. С мамой квартира-то. Придачу. Что, маму теперь дачу. Убить, что ли? А мам на дачу. Мам на дачу. А что, да не убить. Ясно. Спасибо, Мариночка Борисовна. Проходите к себе. Мы еще сейчас с Ленечкой поговорим. Муж, извините, пожалуйста. Здрасте. За что вас извинять? Вы хорошая мама. Ну как, страшно было? Страшновато, но не так. Лень, а вы вот гордитесь, что у вас с мамой очень близкие отношения. Это хорошо, это молодец. То есть всегда были, вот, да, в таких с мамочкой близких, да, отношениях? Конечно. То есть все секретики маме доверяете в первую очередь? Да. Ясно. А друзей много, достаточно, кроме мамы? Много. Достаточно? С одноклассниками достаточно общаюсь. А вы с ними общаетесь в сетях или и они в к вам приходят? И в сетях уже. То есть они к вам приходят, а вы с ними, да, общаетесь? Конечно. Да? А вот как вы считаете, что женщины любят, а чего они терпеть не могут? У вас же уже опыт есть, измены вам аж 25 лет. Не могут. Измены терпят. Нет, иногда, знаете, от некоторых мужчин даже измен терпят и любят их. Они, знаете, что терпеть не могут? Невнимание. Невнимание. Вот если будете достаточно, правда же, Маш, да, уделять времени и внимание, то они на остальное могут закрывать глаза. Так что вы как-то постарайтесь, хорошо? А сюрприз приготовили? Да. Ну, проходи. Весел ночью во сне, пробивается звезда звездой, я без тебя теперь никак не могу, ты во мне. Сохранив о том до финиша память обо мне, я буду вспоминать о тебе в тишине, в тишине. На 7-м этаже за 7 часов счастья, спасибо тебе, не знаешь, теперь увидеть вновь тебя.
тебя я буду знать такую любовь. На седьмом этаже хотим сейчас. Спасибо тебе, не знаешь теперь. Увидеть вновь тебя я буду знать такую любовь. Спасибо, дорогой. Проходите к маме. Ну как вам? Ну как тебе, Лёня? Понравилось. Ну, знаете, я считаю, что, Леонид и мама, послушайте меня, зачем вам в московской трехкомнатной квартире нужна девушка с ребенком? Вот оно надо. Я считаю, что нужно... ровню, потому что, в принципе, Лёнь ещё незрелый. Вот незрелый. 25 лет, а больше на, не знаю, пацана 17-летнего похож. Да. Ну а пока он находится в состоянии человека, который не столько интересуется конкретной женщиной, сколько ему необходимо завести отношения, он чувствует инстинктивную потребность. Я считаю, что Мария этот период точно переросла в своей жизни. Поэтому мне сложно его рекомендовать. Ну чего, Марин, как ты думаешь, ждём? Надеемся, да, ждем, да. Ждем и дождемся. Лёня, а ты волнуешься? Волнуюсь очень. Ну что, девочки, не пропало желание встретиться с третьим женихом? Нет? Тогда проходите, знакомьтесь. Очень красиво. Спасибо. 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 Проходите. Павел, 33 года. Программист, занимается восточными танцами. Слушает русскую народную музыку. Гордится тем, что похудел на 50 килограммов. Мечтает стать бодибилдером и поехать в кругосветное путешествие. Павел влюбился в воспитательницу из детского лагеря, но, несмотря на продолжительный роман, отношения не сложились. Надеется, что Мария будет постоянно в своих чувствах. Здравствуйте. Здрасте, Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. Это что такое? В смысле? Это вам подарки я принес? Так сказать, это вам. Это вам. Ты объясни, что это шоколад. Это не настоящее шампанское. Это я уже вижу. Шоколадное. Какая прелесть. Какая прелесть. Это вам. Спасибо большое. Это вам. Спасибо. Спасибо, уважил. А это вам. Спасибо. Очень оригинально. Во-первых, меня мучает этот вопрос, я его обязательно задам. Как удалось похудеть на 50 килограмм? Ну, задался целью. Ну, как бы, начало довольно, как бы, мама, все говорят, да, ты, ну, ты такой был полный, симпатичный, да, кругленький такой. Ну, как говорят же, это полнота, она же ухудшает здоровье, как бы там, суставы потом начинают болеть. Я думаю, нет, надо все-таки взяться за себя. Ну, и начал, короче, ну, как мне говорят, исключи сладкое, мучное, картошку, макароны. Ну, в общем, чудес нет. Да. Это надо иметь такую силу воли, наверное, чтобы действительно взяться за себя, за свое здоровье, за свой внешний вид. И вот тогда вы встретили свою воспитательницу детского сада? Нет, это уже позже. Позже? Сколько вам было лет? Мне было 32 года. А что же вы делали в детском саду? Нет, это не детский сад был, а... Лагерь. Как он? Детский оздоровительный комплекс. Лагерь. И вы что делали в этом лагере? Я работал там водителем, перевозил продукты. И что? Ну, вот как бы... Я приехал в лагерь, она приехала, ну, мы еще не знакомы были. Так, встречались в столовой, там, на пляже, вот, ходили, привет, привет, там, ну. И у нее подруга, ну, как вот, знакомая, да, говорит, познакомьтесь, очень хорошая дама, ну, девушка. Я такой, хорошо, надо как-нибудь познакомиться с ней. Познакомились, начали гулять, ходить на дискотеки, танцевать, ну, на пляже, там, ну, сидеть, разглядывать звезды, тоже очень хорошо. А потом лето закончилось, лето, пришлось через, ну, разъезжаться. Да, и все мы разъехались, каждый по своим уголкам.
я на север, она осталась на... Плакали, когда расставались? Было очень, ну, как бы, тяжело на душе. Я приехал на второе лето, ну, на следующее лето. Мы встретились с ней. Ну, опять все, гуляли, все так же, ну, было все весело, хорошо. Разглядывались на солнце, ну, ой, на небе звезды, луну, как бы там, как звезды падают, все вот это. Потом она, у нее там был фестиваль, она надо было уехать и, ну, к себе, потому что она там участвовала в фестивале там, музыкальном. И вот, она сказала, ну, я больше уже не приеду. Конечно, с одной стороны, хорошо в плане том, что если душа не лежит к человеку, и зачем себя мучить, мучить другого человека. Паша, смотрите, у Маши ведь тоже живет не в вашем городе, не по соседству. И если у вас все сложится, как будете действовать? Я перееду в Самару. Отлично. А вы далеко живете? Ради людей я готов на все. А вы живете далеко от Самары? Сейчас скажу. Печора – это возле Воркуты. Ой, у Печоры, у реки, где живут оленеводы, да, и рыбачат рыбаки. Ну, туда тоже, кстати, клево съездить. Там, как у нас, северное сияние, вот когда морозы, тепло, и потом это появляется. А зарплата у вас там хорошая ведь? Да. 50-60 тысяч. Скажите, а может быть взять Машу туда привезти? Посмотрите, какой вы красавец. Если она будет согласна, то возьму Маш, с удовольствием. А вы легкая на подъем, если вот у вас все получится? Вы знаете, так бы не хотелось, но если какие-то очень серьезные отношения чувствую, я способна на все вообще. Ее у нас украдут. Красавец. Вы такой замечательный парень. А у Марии проблемы. Нужно будет больше, чем другой девушке уделять внимание. Ну, есть ребенок. Не, как вам сказать, зачем в 33 года? Не, или так понравилось? Нам я очень понравилось. Понятно. И ребенок тут, ну, я не помеха. Потому что, ну, ребенок не виноват, что. А вот родители так, ваши? Нормально. У меня очень замечательные родители, они всегда примут. Ну, а у вас там что, дом, квартира? Ну, у нас как бы у родителей квартира, и у меня квартира. Хорошо. Вы смотрите, Маша пока, в общем-то, думает, рожать ей второго ребенка или нет. Можете и не решиться, да, на второго, Маша? Если и он хочет, я хочу. То есть противопоказаний никаких? Нет, 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 конечно. Хоть еще десятерых. Если она будет себя чувствовать, конечно, за Пашкой, за каменной стеной, то, думаю, второй ребенок. Скажите, а вам не показалось, что Мария капризная девушка? Нет, я думаю, что она не капризная. Нет, она капризная. Это уж я так мягко спросила. Она капризная. А вам что в характере девушек не нравится? Что напрягает? Ну, напрягает, что, ну, ворчание вот такое вот, ну, недовольство. Ну, я думаю, что любовь все преодолевает, как говорится. Там можно общий язык найти. Даже если ругаешься, можно, ну, вот этого, от конфликта уйти как бы спокойно. Ему будет хорошо, а если... Мне кажется, с вами поругаться сложно. Какой вы парень замечательный. Да, я сижу, любуюсь просто. Сюрприз готов? Конечно. Проходите. Проходите с ним, Маш. Уважаемая Роза, прошу вас тоже поучаствовать в нашем, так сказать, мероприятии. Так, что делать? Это вам, так сказать... Сценарий наш? Да, это наша Мария, сценка. Слушайте. Вы у нас сваха невесты, я сваха жениха. Ага. Вы будете от нее сейчас, и она будет. Итак. Ой, вы гости, господа, мы спешили к вам сюда. Народу дивно собралось, и сватовство уж началось. На столе лежат цветы, к вам приехали сваты. На столе клееночка, отдайте вы Марию за нашего миллионочка. Ведь есть парень в городе нашем, способен он хоть на что. Стихи сочинит? Без сомнения. Бялиш испечет? Ой, да легко. Ты нам сказки не рассказывай, а дел уж показывай. И первый мой вопрос, что ты думаешь про Марию? Посмотри на фото, узнаешь кого-то. Изобразил не то я, вот избранница моя. И помечтай вдвоем. Какой ты ей построишь дом? Я вот замешкался чуть-чуть. Мария, я думаю, что, ну, это твоя мечта. Ну, быстро выбирай, не думай. Любой построит дом. Ну, если уж нравится Мария, докажи. Стихи ей посвяти. С удовольствием.
Мария, ты неразгаданная тайна. Живая прелесть дышит в ней. Смотрю я с трепетом тревожным на нежный свет ее очей. Земное в них очарование или неземная благодать? Душа хотела б ей молиться, а сердце рвется обожать. Лень, ты сильно ревнуешь, а? Не ревнуешь? Ну, я решать, кого ей выбирать. Итак, последнее. Тест на совместимость. Так, Мария, дай, пожалуйста, правую руку свою. Паша, дай мне правую руку. Так. Итак, вот у нас есть розовая ленточка. И сейчас вы должны, не касаясь пока рук, связать узел. То есть намотать ленточку на руку. Или намотать ленточку на руку. Павел, управляй. Раз, два, три. Опа! Опа! Молодцы! Знаете, как в старину. Правда, еще рановато, но в вашем случае бы сразу бы надо, типа, завязывали, либо кушаком завязывали. А я вот ленточка завяжу. Уж извините, что это. Больно, что мне нравитесь. Совет да любовь, хорошо? А, Роза, смотри, включилась. Ага. Спасибо, Паш. Проходите к себе. Паша, ты молодец. Спасибо. Честное слово, ты просто умница. Потрясающий жених. А что вы скажете, Юлиана? Ой, понравился очень жених. Такой прям производит впечатление надежного. Такого мужчины с ним действительно женщина будет как за каменной стеной. Единственное, немножко смущает вопрос географии, поэтому надо, если выбирать, то действительно как-то быстро уже что-то завязывать такое, как-то решать это, пока не угасли вот эти вот чувства. Но вообще, я бы, наверное, да, советовала бы. А что вы скажете, Маш? Ну, единственная загвоздка – это действительно география. Как бы, ну, этот вопрос действительно нужно решать и обсуждать. Но вообще понравился, интересный, видите, творческий. Видите, девчонка с нашего двора – это в кино. В фильме «Друзья». А, и миллионы километров влюбленные преодолевают для того, чтобы быть вместе. Поэтому смешно, если из-за географии у вас отношения не сложатся. Нужно как-то стараться, нужно друг к другу пойти навстречу. Нужно что-то придумать, нужно что-то сделать. А вы как хотите? Да, согласна, не упускайте момент. Знаете, вот все время говорю, найти мужа, как найти хорошую работу. Не бывает так, чтобы работа нравилась, а бывает, что ездить далеко, понимаешь? Вот выбирать придется. Я поэтому... вам одно хочу сказать, Мария, Павел, вот такой жених, который точно один не останется. Я думаю, сегодня его увидит огромное количество невест, будет много заявок. И, конечно, вот такой мужчина должен сидеть на вашем месте. За него должны бороться. Вот ты не один, ты не останешься, ты точно. Согласна с вами полностью, от себя добавлю, что гороскоп выдает в нем прекрасного отца, человека, который способен очень ценить детей, ставить их превыше даже семейных отношений в какой-то момент времени. А чего еще мы ждем от мужчин? Чтобы он ценил свое и наше продолжение в них. Да, поэтому мы через несколько минут уже узнаем, в чью дверь постучится наша невеста. Оставайтесь с нами. Юлиана, все, познакомились с тремя женихами, нужно выбирать. Кого советуете? Ну, я советую, конечно, третьего, Павла. И плюс ко всему, что я о нем сказала ранее положительного, еще хотела бы сказать, что у него очень такой спокойный характер. То есть с ним вообще очень сложно поссориться. И как раз вот он будет гасить немножко Машу, ну, вот такую, может быть, капризы, какую-то вспыльчивость. То есть это не будет возникать на этой почве конфликтов. Он это нет, если Маша будет в браке она капризной и будет, вспыльчивой, она если раз. Она не поймет, что ей уже под тридцатник, и что огромная конкуренция, если она сама себя не возьмет в руки, он ничего гасить не будет. Ну, с таким мужчиной она не будет, да. Если она тебя выберет, я думаю, вы будете хорошей парой. Я думаю, что у вас все будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Вот я хочу добавить только. Вот смотрю на Пашу. Вот знаете, даже влюбляться не надо. Сразу замуж хочется. А долюбить уже потом. Прямо вот уникум. Да. Поэтому здесь даже декларировать не надо. Единственное, конечно, чтобы с ним не получилось такого, что женился на такой беленькой пушистой, а потом появилась откуда-то сволочная жена. Не хотелось бы, поэтому достойно, должна, достойно. Даже очень терпеливые мужчины
которые годами могут совсем соглашаться и так далее, однажды вдруг выстреливают. Вот хочется, чтобы у вас все сложилось, Маш. Видите, как мы все на стороне Паши, а вам вот советуем как-то немножечко над собой поработать. Хорошо? Все хорошо, вот он есть. Я считаю, что судьба не зря абсолютно привела к вам сюда Павла. И то, что сейчас, в настоящий момент времени, Луна из знака Близнецов делает хороший аспект к Марсу, говорит, что нужно пойти именно к нему, к человеку знака Близнецов. Я уверена в этом. Действуйте, Мария, как велит ваше сердце. В любом случае мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Дмитрий, 35 лет, номер 3409. Юрист, занимается боксом и бодибилдингом, изучает историческую и эзотерическую литературу. Мечтает обзавестись крепкой семьей и объехать весь мир. Ищет стройную и образованную девушку с естественной красотой. Игорь, 49 лет, номер 3410. Доцент технических наук, преподаватель в университете. Пишет стихи, играет на валторне, путешествует на автомобиле. Мечтает создать семью с красивой, эрудированной девушкой, с легким характером и из хорошей семьи. Мы не знаем, выйдет Мария одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. Знакомство продолжится, и продолжится. У нас может все сложится. Я тоже надеюсь. Ну, так. Ты выйдешь со мной? Да. У нас есть пара, Павел и Мария. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Приходилось с ребенком, по ночам с ребенком, на молочную кухню с ребенком. Как говорят, бесхребетный. А мамина какое собачье, пардон, дело было вообще лезть в вашу семью? Вот мамина какое дело? В телефоне прозвучало: «Алло, Ванюш?» Для меня было дико, как это моего Ванюшу еще кто-то называет Ванюшей. Но пить они не перестали. Пить они не перестали, да, ребенок, то есть так же воспитывался там. Приход в 9 вечера без хлеба и без цветов. У нас знакомая ушла за хлебом, вернулась через 3 месяца беременная.